Депутаты инициируют внесение изменений в Конституцию в целях исключения парламентского иммунитета. Председатель парламента Андриан Канду сообщил, что сейчас собираются необходимые подписи, по крайней мере 34, чтобы представить проект изменений основного закона. По его словам, даже если Центральная избирательная комиссия не разрешила проведение конституционного референдума, некоторые вопросы, за которые были собраны подписи, касаются депутатской неприкосновенности. Принимая во внимание подписи граждан за исключение парламентского иммунитета, большинство депутатов осознает это. И сегодня мы инициировали сбор подписей за законопроект об изменении Конституции и исключении парламентской неприкосновенности, сообщил Канду. После сбора необходимых подписей проект закона будет передан в Конституционный суд для дачи заключения. Напомним, инициативная группа, созданная гражданской платформой «Достоинство и правда», в течение нескольких месяцев собрала более 400 тысяч подписей для проведения конституционного референдума о выборах и отставке главы государства, сокращении числа депутатов и ограничении парламентского иммунитета. Центр Сберком не утвердил собранные подписи на том основании, что не был соблюден закон, который предусматривает сбор по крайней мере 20 тысяч подписей из половины районов и муниципиев страны.